Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очень интересный будет разговор с мадам Костой. Мы поговорим про варигатные сорта, про химеризацию на листьях хосты. Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про сложно окрашенные сорта хост. То есть про сорта с однотонной окраской мы поговорили в предыдущих роликах. А в этом ролике мы с вами будем говорить про хосты со сложно окрашенными листьями, варигатными. Иначе это называются сорта химеры. Да? Когда в одном листе есть клетки, содержащие хлорофилл и не содержащие хлорофилл. Одни из самых, такая самая простая окраска, либо это светлый центр, белый, как правило, да, и темная кайма, либо наоборот, темный центр и светлая кайма. Бывает слабо выраженный цветовой переход, не обязательно зеленое, белое, белое, зеленое. Бывает, например, вот темно-зеленый, светло-зеленый. Да, здесь на выставке масса сортов представлены. Но учитывая, что вот такие контрастно окрашенные сорта наиболее интересны, они же представляют наибольшие, наверное, проблемы для садоводов, потому что в них меньше хлорофилла, мы поговорим в первую очередь о них. Белая кайма. Вот мы видим такие яркие нарядные сорта. Здесь их целый стол. Вот чудесный, очень красивый, очень нарядный сорт с такой замечательной кружевной каймой. Это Tropical Dancer сорт. Такую кайму американцы называют край корочка пирога. Вкусное такое название, нерегулярная кайма. Но лист тонковат, да, то есть кайма, как и вся периферия, она, естественно, получает меньше питания и, естественно, чаще страдает от погодных условий, от солнечных лучей, поэтому все сорта с белой каймой могут подгорать на солнце. Если мы хотим сохранить вот такую вот нарядную красивую кайму, как вот у многих сортов здесь на стенде, все-таки они должны выращиваться с притенением. А у этого сорта еще и тонковат лист, поэтому это все-таки условия парника, да, теплицы с притеняющей сеткой. 50% притенения для того, чтобы и лист не сгорел, и света было достаточно при этом. Вот, то есть не все сорта, вот белая кайма, вещь такая капризная. Но вот мы видим, здесь вот стоит тоже совершенно чудесный сорт селекции Ян де Топа, Magic Fire. На него похожи Liberty, Majesty и Ivory Coast. Причем, если поставить 4 сорта рядом, то вы их не отличите, они абсолютно одинаковые. То есть, так называемые хосты-дубли. Пожалуй, этот будет покрупнее и поярче, в принципе, они похожи, всякие взаимозаменяемые сорта. Здесь за счет того, что лист довольно плотный, если вот его потрогать на ощупь, он такой вот, немножко как картонный, хороший плотный лист. Кайма надежная, вот и она все-таки не белая. Если вы обратите внимание, она желтоватая. Да, желтовато-кремоватая. Ранней весной она практически желтая, потом белеет, к концу сезона она почти белая. Вот надежные сорта, вот если вы хотите яркое пятно в цветнике, то, наверное, все-таки вот надо их выбирать. Да, кайма не горит, они надежные. Патриот сорт, молодой экземпляр. Значит, объясню, почему молодой. Вот видите, уже листик начал изгибаться. Так называемый эффект шнуровки. У молодых растений лист прямой, да, вот абсолютно прямая пластина. По мере старения растения клетки по краю листа начинают расти медленнее. И у старых растений вот такой вот чашечкой тоже может собираться листик. Это просто признак того, что куст возрастной, можно его разделить, и листики обратно будут прямые. Тоже отличный, надежный сорт, очень яркий, нарядный. Не зря, в общем-то, выбран лучший хост их года. Он действительно такая контрастная хоста, нарядная. Но он такой очень популярный. Популярный, он популярный в дизайне, он стабильный, он надежный, он не расхимеривается, он, расхимеривание – это когда хоста стремится вернуться к своей первоначальной зеленой окраске, да, то есть не нравится ей быть такой вот многоцветной. Хороший, надежный
сорт, который довольно часто используется в озеленении садов, парков, дизайнеры его любят. Лист достаточно плотный, если вы потрогаете. На самом деле, вот один из моих любимых сортов, его очень хорошо использовать в саду. То есть для обычных вот садоводов, да, то есть такая надежная хоста, которую посадил и забыл, что называется. Ну, это рюмочка размер. Он ну, чуть-чуть, по, он чуть-чуть, по, нет, лист должен быть в два раза больше. Это совершенно молодой экземпляр, поделенный буквально этой весной, для того, чтобы можно было увидеть прямые листья в окраске. То есть на самом деле он должен быть в два раза больше. Вот. Северная экспозиция, да, вот тоже белая кайма. Это действительно должна быть северная экспозиция, название говорящее. Абсолютная полная глухая тень, иначе кайма сгорит. И то же самое касается вот этого сорта Orion's Belt, да, такой чудесный сорт со сливочно-кремовой каймой. Он вот имеет, во-первых, такую интересную волну, очень крупную, это сортовой признак, потому что вот я когда в первый раз увидела его вот в предложении, думаю, неужели действительно вот лист вот такой вот какой-то вот крупный, волнообразный. Чаще мы встречаем кайму вот такую, да, а он действительно такой, он радует, он тоже должен быть чуть-чуть покрупнее молодое растение, но тоже все-таки желательно в тень, потому что и голубой с воском, и, в общем-то, волнообразный. Кайма может быть вот и широкой, и узкой. Здесь мы видим вот вообще тонкую совершенно белую каемочку. Чем больше белого на листе, да, чем кайма шире, либо чем белый центр шире, тем больше мы имеем с хостой проблем, потому что вот мы уже говорили про виридесценцию в предыдущих роликах, чем больше обесцвеченная депигментированная зона, чем меньше в листе хлорофилла, тем сложнее хоста в выращивании, тем она притязательнее к уходу. И на самом деле, чем больше белого на листе, тем меньше по размеру хоста. Крупных хост с большим количеством белого на листе мы с вами практически не увидим, да, то есть и они действительно, ну, скажем так, требуют особых условий выращивания. Мы сейчас с вами перейдем к тенту с белыми хостами. Вот сейчас покажем еще одну хосту с большим количеством белого на листе, но стабильную, надежную, которая хорошо растет в нашем климате. Дальше покажем несколько экземпляров хост с практически белыми листьями, которые, ну, в нашем климате все-таки не очень хорошо себя чувствуют. Говоря наш климат, я имею в виду условия северо-запада. Ну, понятно, то есть да. Не Подмосковье, не Тверь, там, не Калининград, да, то есть давайте говорить о том, что даже в условиях Ленинградской области, в любом саду, даже в условиях одного сада могут быть абсолютно разные условия. Одна из очень красивых, один из очень красивых варигатных сортов хосты, она вот, как сказать, белая с зеленым краем или зеленая с белым центром, как правильно? Ну, больше белое, мне кажется, потому какой, что белый цвет нет, доминирует. А вот на самом деле все стандартизировано. Если какой-то цвет на листе занимает более 60% площади, он считается основным. Поэтому здесь, в общем-то, мы можем видеть, что, ну, 50 на 50 все-таки, не 60 на 50. Поэтому здесь можно сказать и так, но если бы белого было чуть больше, мы бы уже говорили, что все-таки белое с зеленым краем. А здесь можно сказать и так. Поэтому вот это одна из немногих белолистных, которая хорошо растет в нашем климате. У нее плотный лист, у нее очень плотный лист, такой вот хороший. Она еще и подкручена немножко, потому что клетки по этому краю листа растут быстрее, чем здесь, и лист закручивается. То есть, да, есть вот тут целый стенд таких хост. Она достигает достаточно больших размеров, потому что все-таки хлорофилла в листе достаточно хороший, надежный, стабильный сорт, который, в общем-то, садоводы могут использовать совершенно спокойно и широко в садах. Он стабильно, надежно растет, не расхимеривается, всегда имеет такую окраску. Но, естественно, нужно достаточное освещение. То есть такое, знаете, с притенением в полуденные часы. И сейчас мы еще перейдем к белолистным, и на этом мы, наверное, про химеры закончим, раз уж возник такой вопрос. Пойдемте перейдем к следующему стенду. Говоря о белолистных сортах, естественно, нельзя не вспомнить сорт «Белое перо» White Feza, да, который мы не привезли на выставку, его все знают. Он сейчас уже некрасивый зеленый, сюда же относится, ну, не то, что некрасивый, но он позеленел, то есть вот... Не на пике декоративности. Да, не на пике декоративности, белого в нем немного. Но вот есть вот здесь вот несколько хост с большим количеством белого на листе, вот в частности «Шампань Тост». Вот мы видим, что белого на листе больше, чем 60%. Мы вполне справедливо можем
можем говорить, что белая хоста с зеленым краем, да, естественно, этой хосте нужен длительный вегетационный период для того, чтобы, в общем-то, это малое, она не зеленеет. Вот в чем особенность. Если бы она зеленела, она бы была крупнее и росла бы стабильнее. Она остается белой весь сезон, не зеленеет. Здесь нужно говорить о том, что плюс лист очень тонкий. Он прям вот прозрачный, по-моему, даже мои пальцы просвечивают. Да-да-да. То есть вот видно, что даже пальцы просвечивают через лист. Достаточно нежная, достаточно притязательная к уходу. И такие сорта, конечно, все-таки лучше держать в условиях, ну, теплицы. Да? То есть это коллекционный. Как только такой коллекционный экземпляр, да, вот там вот сорт Enterprise, на нем чуть-чуть побольше зеленого, да, вот стоит. Да, вот. Да, вижу. На нем зеленого больше, он все-таки растет в условиях открытого грунта. И если сравнивать размер, про который я говорю, вот смотрите. Вот Sales Ho, да, значит, белая. Она вот виридесценция, уже такая дымка появилась на листе, да, да, зеленая. Дальше она все-таки будет зелененькая. А она все-таки, мы видим, спорт от Cross Regal. Вот там стоит огромный куст зеленый. Ага. Да, то есть вот это мама. И вот как только много белого на листе, размер сразу в 5-7 раз меньше. То есть хоста сразу маленькая, потому что питаться-то нечем, да? То есть, естественно, при таком количестве белого на листе в нашем климате все-таки в парник. Потому что один сезон порастет, ну а дальше как получится, может выпасть. Поэтому все сорта с большим количеством белого на листе все-таки лучше держать вот в условиях, ну, в нашем климате, в условиях теплицы. И вот, как пример, смотрите, Luxite Paisley Print и Paisley Border, да, то есть больше белого сразу в два раза меньше по размеру. Ну, вот, наверное, на этом мы с вами закончим рассказывать про варигатные сорта. Покажем вам в следующем ролике хосты с подкрученными листьями, с узкими листьями, и расскажем про сорта с цветными черешками.